замечательной актрисе Ксении Рапопорт исполнилось 45 лет. Естественно, одной из самых первых с юбилеем ее поздравила дочь, Аглая Тарасова. Актриса поделилась у себя на страничке в Инстаграм хулиганским архивным снимком, где они, перемазанные красками, разыгрывают театральную сцену. «Мне кажется, эта фотография очень точно описывает наши отношения, да, мама? Это огромное счастье, быть твоей дочерью. Я люблю тебя и невероятно тобой горжусь, мой самый близкий друг», — призналась Аглая. Аглая рассказала, что у нее всегда были замечательные отношения с мамой. «Мама всегда старалась меня понимать и принимать, была больше подругой, чем воспитателем. Наверное, благодаря этому, у нас сейчас такие теплые отношения. В подростковом возрасте, конечно, у меня был период, когда я тянулась к плохим компаниям. Что мы с ними только не вытворяли, и хулиганили, и угоняли мопеды», — вспоминает Тарасова. Актриса объяснила, почему не оставила себе знаменитую фамилию мамы. «Самая популярная версия, как я попадаю в фильмы, конечно, это что меня мама пропихивает. Так вот, этого нет и никогда не было. Дело даже не во мне, просто моя мама – очень честный человек, который уважает и себя, и меня. Первое время, когда я ходила на кастинги, я сильно подозревала, что меня вызвали потому, что я дочка Рапопорт. Хотя я специально оставила другую фамилию. Но с некоторых пор начались кастинги, на которых меня спрашивают, откуда вы? Значит, я им запомнилась в каком-то фильме, поэтому вызвали. И мне это очень нравится», — рассказала Аглая.